Двое молодых людей, оставшиеся без попечения родителей, получили подарок в преддверии новогодних праздников. Ключи от новых квартир, приобретенных в рамках губернаторской программы «Дети Кубани», вручил им глава района Андрей Дорошевский. Еще пятеро молодых людей получат ключи от квартир до конца этого года. Всего в 2023 году новоселье справили 28 человек. Квартиры дают в новых домах, расположенных в разных поселениях Северского и ближайших районов. В них есть все необходимое для жизни, качественный ремонт и наличие сантехники.